Может быть, сделаем еще погромче. Определенно. А, или нет. Сьерра, каким же боком она здесь? Наверное, нормально. Так. А, угу. Рекомендуется ценителям жанра. Мы ценитель игры. Посвящение, эпизод 1, заброшенный дом. Угу. Клавишу Tab поставить сюда бы. В 2002 году в составе вооруженных сил США было сформировано секретное подразделение для борьбы с паранормальными угрозами. Интересно, их много было, паранормальных? Оно было названо «Федеральная единица агрессивного реагирования». Эпизод Простите 1. За беспокойство, сенатор. Проблемы с источником. Что случилось? Бунт. Феттл перехватил управление прототипами. Господи. Пока еще можно все исправить без лишнего шума, но время уходит. Ну, ладно, я понял. Мне нужно кое-кому позвонить. Это Пакстон Феттл. Он ключ ко всему. Угу. Все-таки попробуем добавить, по крайней мере, голоса. Давай на максимум, наверное. Посмотрим, что будет. Ну, как-нибудь так, может. Устранив его, мы получим контроль над ситуацией. Проголодался, гад. Похоже, он не просто питается. Он действует по плану, и у него есть цель. Набить себе брюхо? Откуда он взялся? Из лаборатории Армахем Технологи. Они делали секретный проект для армии. Солдаты-клоны, подчиненные командиру-телепату. Феттл был одним из таких командиров.
Но это же несерьезно, нам никто не поверит. Солдаты-клоны. Да, целый батальон, обученный и вооруженный. Батальон? И что мы будем делать с 1000 суперсолдат? Ничего, как я уже говорил, нам достаточно устранить Феттела. Одним из основных требований программы была безопасность командиров. Феттел не сражается вместе с солдатами, он управляет ими на расстоянии. Значит, у нас есть шанс захватить его в одиночку. Как мы его найдем? В Армахеме ему в голову вшили передатчик, который выведет нас прямо к нему. И то, слава богу. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что, приятель, готов поработать? Что? Ты собираешься отправить его? Ты спятил, он у нас всего неделю. Вы видели, что он вытворял на тренировке? У него фантастическая реакция. Да мне-то что? Это тебе решать. Верно подмечено. Не бойся, все будет хорошо. Почему субтитры глючат? Каковы твои первые воспоминания? Куда вы его дели? Ты станешь логом. Привет, паук. Да. Фир. Феттел в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский, готов? Жду сигнала. Окей, начали. Найди... Ага, действительно без мягкого знака. Найти следы Пакстона Феттеля. Но он все-таки Феттель. Черт подери. Привет, Блазер. А что, мы не работаем? А, прекрасно. Эта штука все-таки опять сбросилась. Ага, классика. Почему-то здесь такая беда есть. Так. И что еще нужно? А, аптечка. Вроде все. Хочу похвастаться. Трави. Сенсак какая-то сумасшедшая. Ух. Странно. А, нет, не странно. Эй, парень, где тебя носило? Ищи обходной путь. Он явно где-то не здесь. Обходной. Интересно. Хотя, может, и нет. Зачем я здесь? Зачем показалось. Возняк.
Говорю, сквозняк. Откроем. Вот так лучше. Купил на днях ужас Архама. О, май! Третьей редакции, и даже при этом умудрился договориться с 5 другими джентльменами, джентльвуменами, собраться, чтобы посидеть и поиграть. Собрались в прошлое воскресенье. Прошло все отлично, не считая, что потратили 4 часа, чтобы только разложить все карты в правильном порядке. Ну, это не мудрено. Особенно в первые разы. Чтобы только разложить все карты в правильном порядке и понять, что а за тот, не а за там. И разобраться с этими душными правилами, как в них правильно играть. Каев. Каев, да. Четко. Как вспомню, как мы играли в... Подожди. Ужас Аркхема, да, у вас? А мы играли с Кракена в Древний Ужас. Они плюс-минус похожи, просто Аркхем чуть более мудреный, на мой взгляд. Блин, да, по-моему, Древний Ужас. Короче, как вспомню, как мы по 8 часов шпилили. О боже. Кошмарище. Я не помню, сколько оптимально было выведено. Была выведена. Как это сказать? Опытным путем вывели, короче, определенное количество игроков. Оптимальное для игры, но я не помню, блин, сколько. То ли 6, то ли 4. Не помню, блин. Наверное, все-таки 6. Но это про Древний Ужас, да. Какое кайфовое освещение. При том, что в игре освещение вполне себе статическое. Но вот такие динамические объекты отдельные прям вообще очень здорово сделаны. Погоди. Где тебя носит, Янковски? Идем. Готов? Чему? Вперед! Ты куда? Родился здесь, в этом месте. Я был там. Хочу, пожалуй, чуть потише, наверное. Эффекты. Чудненько. Джин, быстрее сюда. Уже иду. Похоже, мы опоздали. Одни объедки. Источник сигнала совсем рядом. Он должен быть где-то здесь. Не говорит объедки, да его особо-то не поели. Дальше. Оказалось. Вот это я стрелок. Звали Чарльз Хабегер, я его помню, но моя ли это память или ее, это не имеет значения. Он
заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Ответьте, прием. Что происходит? Я потерял сигнал от Феттела. Котяра, это мама кошка. Надеюсь, вы свободны? У нас проблемы в порту. Что за проблемы? Мы видели солдат, которых вы ищете. Но нам приказано не вступать в бой, пока вы не оцените ситуацию. Ясно. Мы выслали за вами двух птичек. Встречайте. Ждем. Не такие уж и объедки. На шашлык хватит и на бульон останется. Да там вообще не поедено на самом деле. В итоге 4 часа на сбор людей, еды, воды, мыслей в кучку, еще 5 на саму игру. Из того, что получилось, один из знакомых, который играл, выбрал себе гангстера, гонял на своей колымаге по городу, сбивал культистов и прочую хтонь с дорог Аркхема. Я за беглеца с ножом и сюжетной броней бегал по районам и зачищал город от всяких любителей фанфиков про Ктулху. И не успевая из-за фазы мифов пытаться добывать улики. Иллюзионист просто бегал по пещерам и собирал урон менталки с заклинаниями. Но деда, за которого это играл, никто не переплюнет. Которому ноги переломали. Ой, боже. Скажешь, наш... Ха, так быстро. Нашел чего? Вы там как, готовы? У нас тут начинается самое интересное. Идите без меня, я немного задержусь. Дыши! Ну давай, тушься! Я хотел забыть. Я так старался забыть. Это ребята из ФЭР. Они прикомандированы к нам на время операции и пойдут первыми. Их задача выяснить природу угрозы, наше прикрытием спины. В бой не вступать. Запомните, нам противостоят необычные люди. Группа 1 заходит с юго-запада, группа 2 с севера. По окончании операции встречаемся и ждем дальнейших указаний. Рубану-ка я субтитры. Окей, по коням. Андрюха, у нас труп, возможно, криминал. В общем, со спутника Ганнибал 3 обнаружены значительные силы противника в районе Южной водоочистной станции. Летим туда. Эпизод 2. Происшествие в порту. Могу я тут? Не могу. Музяка сейчас клевая будет. Так. Сабы. Сабы. Последнее, пожалуй. Да. Музыку можно громче, эффекты потише. Речь максимум. Все супер. Приехали, ребята. Эпизод 2 вступления. Начнем потиху. Мама кошка говорит, птичка, высадка окончена. Птичка. Вас понял. Глянуйте в точку 1. Не навернитесь там. Раз уж ты идешь первым, попробуй открыть ворота. Я отправил бы туда одного из своих, но боюсь, тут нужен специалист. Ага. Салливан, шиппинг, ресивинг.
Отлично, возвращайся. Вы там только меня дождитесь? Отряд Дельта. Да ладно, вон ученый в Блэкмейзе знает квантовую физику, но использует максимум прикладную с инструментами. Птичка, доложите обстановку. Прием. Птичка, прием. Связь Птичка? Пропадает. Если слышишь меня, ищи Янковский. Повторяю, ищи Янковский. Это отряд Дельта. Почему птичка? Вообще, конечно, здесь очень глобальный сюжет, именно связанный с Alma Wade, но федеральная единица агрессивного реагирования, федеральная, она получается типа, наверное, типа государственная, что ли, организация военная. Мне бы хотелось какой-то предыстории о том, типа, для чего создали эту ячейку, черт подери. В общем... Связь с группой пропала, хотя я вижу ошметки группы. Найти отряд Янковский. А я в других эфирах привык вышибать рукопашкой двери. Ну-ка. Офигеть! А тут, оказывается, это нельзя. Я смотрел последний раз, у меня скриншоты в этой игре сделаны в 13 году. Я больше 10 лет в это не играл. Капец. Они просто... Командир, гражданские уничтожены. Помоги. Медика! Эхо-0, ответьте. Эхо-0, доложите обстановку. Там цел или не цел? Цел. Оп. С учетом того варенья на полу и стенах, тут не медик нужен, а пара-тройка тостов. Ох уж эти подгрузки. Внимание всем! Эхо 0 не отвечает. Эхо 7 командиру. Сходите разобраться? Отставить. Высылаю поисковый отряд. Тут прям в описании удара сказано, попробуйте этого засранца ударом в прыжке завалить. Прикольно. Не хочу слишком громкую стрельбу. Может, как-то так. Он говорится так. Где ты? Я его где-то слышал, но не знаю где. Обыскиваю сектор. Кстати, в машине ничего? В машине ничего.
Наверное, это Икар. Ну, а кто-то еще может быть, в принципе. Слово об настолках по сериархам. Настолько больно много. Тут тебе и особняки безумия, где детективы бегают по особнякам Архама. И ужас Архама, где они же бегают по улицам этого проклятого города. И древний ужас, где опять эта банда расхитителей кошмаров бегают уже по всему обреченному миру. Ну, да. Да, это самая популярная серия Лавкрафта. О, КФ. Сколько всего полезного. Тогда понятно, почему за одну настолку требует 7000. Не-не-не-не, здесь уже другое все-таки. Ну, конечно, да. 50... Блин, помню, мне раздобыли древний ужас, он тогда стоил 5000. Мне раздобыли за это пол стоимости за 2500. КФ в Перми оставил. Все-таки именно древний ужас, ужас Архама, вот это вот все. Мало того, что это такая вот франшиза все-таки, да? Но, блин, да ты посмотри, сколько там всего нужно отпечатать, сколько карточек и вот этого всего. Тут 7000 все-таки уже именно за наполнение. Вот. Но в целом настолки, конечно, дороговаты. Ну за что? Вот когда-то, вот сейчас уже не знаю, сколько монополия стоит. Классическая. Помню, когда-то монополию брал за 1500. И такой, за что? За что монополию 1500? Ну, настолочки это такие вещи, да, с наценочкой. Сами по себе. А тут еще наполнение. А еще это Лавкрафт. Щина. Где ты? Где ты? Так. Боже, подожди, что ты еще в протекторы все запаковал? Жесть. Ну, наверное, собираешься. Капец, ты тут выскочил. Зараза. Так о чем я? Ты собираешься так активно пользоваться? Это, конечно, типа хорошо, то есть. Определенно, протекторы защитят. Как бы без вопросов. Я манал. Происходит рабочая пятница. Это еще какая монополия? Я видел набор за 30 долларов. За 3000. Но я хрен его знает, как оно сейчас дела обстоит. Это было довольно давно, когда я только-только еще друзей, товарищей подсаживал на настолочки. Решил взять классическую нормальную монополию для начала. Собственно говоря, я одного подсадил на настолки. Капитально так. У него сейчас своя компания. Собираются, играют в настолки, под пивас. Собственно, ему я и отдал древний ужас. Вот чел, который как бы оценит. Да. А, мне все равно играть не с кем. Так вот о чем я? Это было очень давно, и тогда было за 1500. Уже достаточно дорого. Сейчас черт его знает, что там с ценами. Может, вполне себе из-за инфляции стоит 3. Может быть.
Что у нас тут с сейвами? Угу. Где-то внизу. Ага, вот эти ребята. Тут очень странный. Ну и где? Очень странный хедшот. Если противник тебя не видит, то хедшот будет с одного выстрела. Если их трое, например, первого ты убьешь, остальные уже все в панике, все. Их уже с одного выстрела в голову не убьешь. Очень странная система. По-моему, во второй части также. Пятерку стоит древний ужас. И сейчас нормально. Да. Режим ускорения. Взрыв гранаты. Жалко, бочка там не взрывная стоит рядом. Я довольно-таки что-то высовываюсь. Но для этого все-таки броник и нужен. Расходный материал. Охранение. Наибольше угораю с того, что дополнение для Ужас Архама 3 все вместе около 11 тысяч стоит. И я тебе скажу, это не то чтобы много. Целиком за десятку такую обширную вещь взять. Кто здесь? Кто здесь? Почему мы видим Янковски? Опа. Это я удачно зашел. Впрочем, если это отряд Янковский, вообще-то. Вообще-то, да. Здравствуйте. Вот, кстати, да, прекрасный пример настолки по Вархаммеру. Это же вот вообще, наверное, впереди планеты всей. Это вот Ваха. Вот там с ума сойдешь не только от количества настолок, но, в общем-то, и от стоимости вот этих всех сетов. Угу. Так, связь со спутником Ганнибал 3 восстановлена. Один из пропавших сотрудников ФИР найден живым. Второй сотрудник пока не найден. Его признаки жизни регистрируются. Это, собственно, меня нашли. А Янковский пока что регистрируется. Он жив. Врача? Кажется, он не ранен. Хотя не понимаю, как он вообще выжил. Об этом потом. Мы засекли Феттела. Источник сигнала там, неподалеку. Обострение. Надо накрыть его и побыстрее. Джин, ищи Янковский. По моим данным, он еще жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Он сам о себе позаботится, а теперь бегом!
сам о себе позаботится. Будь осторожен. Обязательно. Лучший автомат игры. Кажется, там что-то серьезное. Черт, нет, там же мои ребята. Я знаю, от меня ничего не зависит. Противник тот же? Похоже на то, подробности не знаю. Держу пари, о секретности уже нет и речи. Вахи, чтобы собрать более-менее норм армию миник, надо быть миллионером. Жесть. Спасибо компании технолог на самом деле, что они делали такие дешевые вариации как раз той самой Вахи вполне себе. Клевые были миньки там. Отряд Скелетон, и Марсель, Версаль, гоблины и вот это вот все. Я и не знал, что это миньки, которые надо красить. Я не знал, что это из себя представляет, но это были прикольные миньки с правилами настольной игры. И мы играли. Одно новое сообщение. Майк, что у вас там происходит? Какая-то авария? Почему никто не отвечает? Перезвони мне. Сообщений больше нет. Вот это хреновина. Кто-нибудь скажет, зачем это? Не сможем спуститься. А надо ли зачем вообще? Пришли оттуда. Опа! Опа! Что я увидел? А можно спрыгнуть? Можно. Yeah. Слушайте, лестницы в эфир. Когда держит группу в напряге. Все нормально? Все нормально. Никого и нет. Что это, я уже не помню. Ты о чем там? Че ты не помнишь? Оп, 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 вы видели? О-о-о-о. Тебе уровень громкости вот. 13 в вашем районе чужой. Пока все тихо. Вас понял. Будьте бдительны. Капец. Первое прохождение больше половины таких пугалок пропустил, просто не заметив Альму. Серьезно? В свои первые прохождения я поражался, блин, насколько тут все кинематографично. И в нужный момент ты увидишь какой-то из угла выглядывающую там голову чью-то, чье-то плечо. Ну тут будет такой момент, когда на лестнице поднимаешься, такой опа, плечо, и музыкой все поддерживается. Такой, блин, как все круто сделано. А потом проходишь и понимаешь, блин, это так легко пропустить.
Вот это хедшот. Слышал? А теперь я... Не завалю. Дайте гранатку. Не слышал. Поймал или не поймал? Поймал. Момент на лестнице таки припугнул. Это вообще классика, блин. Она потом повторяется не один раз, этот момент на лестнице. И не в одной игре. Как минимум во второй помню. В третьей повторялось немножечко по-другому. Ох уж этот момент на лестнице. Ничего нет. А тут что? Наверное, что-нибудь пропустил. А, ну, впрочем, вот выход назад. Эй! Это сейчас странно было. Ну, как будто ничего нет. Тут как раз был тупичок. Хорошо. О боже, ну эти взрывающиеся электрические щитки. Она. Да уже. А, они тоже гранату кинули себе под ноги. Черт! Немножко что-то с прицелами я не справился. Немножко не справился с управлением. Ладно. Ох, а стул-то такой весь изъеложенный, я прям представляю себе. Это этот, как это сейчас называют, эко-кожа. Хотя в 2005-м, возможно, это еще называлось дермантин. Жалко, что вот эти ПП нельзя брать, ну... В две руки как бы. А то самая ненужная пуха в игре. Ну, может не самая, но... Гранату ложи! Моя-то граната взорвалась, нет? Хрена! Блин, жалко. Я знаю, конечно, что тут взрываются огнетушители, но, по-моему, из него сейчас искры валили. Чё это вообще такое? Да. Показалось. Оп. Да, сразу видно натуральная кожа дикого дермантина. Да,
вроде диких уже никто не использует. Выращивают специально на убой, чтобы это сумки шить из них. Такие заботливо положенные баллоны. Только они здесь вообще ни к чему. Идет загрузка данных. Интересно. Я нашел протокол анализа сточных вод, проведенного по заказу Армахема. Состав воды, мягко говоря, необычен. И ребята из Армахема не стали бы интересоваться этим, если бы не были замешаны. Армахем. Что-то вот этого... этой темы... темы этой... с химически загрязненной водой я что-то не уловил вообще. Такой прикольный закуток. Dice Squish. Молодец! Ух ты ж, нихера себе! Его не остановить! Его не остановить, говорит! Трехочковый, я считаю. Блин, вот это да! Вот это просто... Отличный физик. А на самом деле, это одна из первых игр, наверное, с более-менее нормальным рэгдоллом. То есть, обычно колбасит трупы, а вот в этой игре все как-то хорошо смотрится, правда. Ну да, вот иногда может все-таки вот так вот улететь, а тут что вообще? Есть? Все-таки норм, но казусы случаются. Да. Вообще игра очень здорово выглядит даже сейчас. Смотрите, какая тень офигенная. Хотя порой тени на самом деле нет от осветительных приборов. Да, блин. Единственное, что заметно, вот угловатость все-таки присутствует у моделек. Да отойди ты! Ну, впрочем, не то, чтобы я желал ремейка этой игры. Но подустарело, молясь, конечно. Почему-то не мог писать сообщение в чат на прошлых стримах. Привет, Влад. Без понятия почему. Совершенно. Водиться. Вот офигенный коридор, просто ведущий вот в никуда. О, девочка. По-моему, я видел, как она взяла и исчезла. Мультиплеер вроде как живой, с фанатской помощью поддерживает. Серьезно? Серьезно? Кто-то играет? Я заходил в мультик. Я заходил в мультиплеер, который не Fear Online, а который мультиплеер здесь. Как бы я без понятия, как в это играть с людьми. Удивительно, здорово. Ну блин, все-таки стрельба, конечно, кайфовая. Очень-очень-очень. Опять хоррор. У меня всегда хоррор. Прям 90% случаев хоррор. Мне еще 300 хорроров пройти надо. Так. Здрасте. Джеронимо.
Если правильно помню, Fear Combat называется. Fear Combat. Про мультиплеер. Интересно. Просто... Не будем вспоминать ту пиратскую DLC. Ну ее нафиг. Так. Обнаружен и ликвидирован второй отряд клонов. Мы его ликвидировали, смотрите-ка. Отряд Дельта готовится к штурму штаб-квартиры Армахем. То есть от Дельты что-то осталось. Либо это новая Дельта. Опознан труп, найденный в Оберне. Это Чарльз Хаббеггер. Ученый из Армахем. Окей. Кстати, в твоем списке есть Company of Heroes? Нет. Я думаю, нет. Опознание на месте. Незнакомое название. В этом я уверен, хотя сигналы датчиков выглядят необычно, и он где-то близко. Сигналы датчиков Янковски выглядят необычно. Что бы это могло значить? Так, подожди. Нам не сюда? Проверка! Происшествия нет! На мана. Ух ты! Внезапно у меня переподключился Twitch. Блазер, назови, напиши что-нибудь. А то не факт, что оно работает. В чем завязка этого хоррора? Ну, пока вообще, если так подумать... Пока, если так подумать, то вообще все очень просто. У нас командир, телепат, сошел с ума. И мы должны его устранить. У него в подчинении армия клонов. Вот, но попутно мы видим маленькую мертвую девочку. И гулины, это вообще не очень хорошо. Зачем нам тут спуск к воде опять? Если не видишь это сообщение, то ничего не говори. А, бля! Я опять не прошел проверку. А монстры? А зачем тебе монстры? Отпустите его поближе! Как показывают некоторые ужастики, люди самые страшные монстры. Да, Блазер. И именно поэтому я люблю Стивена Кинга. Его ужасы в основном такие социальненькие, но не без мистики, конечно, в принципе. Но он культивирует примерно вот это. Я с ним полностью согласен. Не то, что я, не то чтобы я был против каких-то монстров, мистику и вот это вот все я люблю. Но это примерно моя причина выбора Стивена Кинга, нежели Лавкрафта. Или Лавкрафта. Так. Ты думай, куда нам идти? Ладно, давай. Одно новое сообщение. Одно новое сообщение. Эй, приятель, что там у вас тряслось? Ты в порядке? Если чего, скажи. Не забыл, мы вроде как на пятницу договорились. Отзвонись, как сможешь. Сообщений больше нет. Так, я бы сказал, мне как будто бы сюда, но там что-то было сзади. Так, вон внизу, пойдем посмотрим. Я не люблю хоррор, я люблю военные игры. Я не люблю военные игры, я люблю хорроры. Они интереснее, они веселее, они атмосфернее. Но броня, аптечка нам не нужны. Капец, я куда-то тут уплутал.
пошли обратно. Вообще, я не верю в существование людей, которые не любят хорроры. Все же любят ужас, ужастики. Особенно дети. Это культивируется в нас с детского возраста, поэтому все любят хорроры. Я боялся пойти поссать после просмотра фильма, но все равно каждый раз с удовольствием ходил и смотрел «Кошмар на улице Вязов». Командир, так. Есть новости? Вот тут тебе новости. Нормально. Жаль, до Кинга руки не доходят, хотя, может, желания нет. Может, желания нет. Кинг тоже очень разный. Смотря что у него читать. Знаешь, если бы я с ним познакомился, например, с какой-нибудь «Сияние», это была бы жесть. Я еще не любитель, пожалуй, лангольеров. О, я именно про книжки говорю, но экранизации на самом деле, по-моему, хорошие. Если не хорошо передают книжки. Они такие же тягучие, муторные. Я кого-то слышу. Шал. Вот. Мне нужна поддержка! Поддержка тебе нужна, говорит. Где-то сзади броник был вроде недалеко. Ладно, пока, наверное, не нужно. Любимейшая книга у Кинга — «Мгла». Перечитывал раза 3-4. Впрочем, если так подумать, «Сияние» я тоже раза два перечитывал. Ну как перечитывал? А я аудиокнигу еще слушал. Очень вот, кайфовый же Рэгдолл. Адекватный, но серьезно. Да, с Физоном может быть проблемки, но Рэгдолл хорош. Не колдыбенит. Опа, смотрите-ка что. Так, дробовик. Сразу выбрасываем что? Что выбрасываем? Ну нафиг нам эта ППХ, но она правда не очень. Не люблю эту ППХ. Ее очень много. Неплохое оружие, но... И находил что-то новое каждый раз? Пожалуй, не особо. Каждый раз я новое нахожу в фильме «Джентльмены удачи». До сих пор, блин. Это любимейший мой фильм ever. А книжка, ну нет, вроде там ничего особо нового не замечал. Так, что нам банально надо вниз спуститься? Тоже классный резервуар, хрен знает зачем. И как этот мостик мог поломаться, я прям не приложу. О, ну броник нашелся, все супер. По-моему, эти красные ящики можно открывать. По данным полиции, сегодняшний взрыв на портовом складе является следствием производственного инцидента. О пострадавших сведений не поступало, однако на месте происшествия все еще работают спасатели. Блин, реально путаюсь чем-то, видимо. Нельзя. Блин, они убежали. Жалко, гранатку кинуть не успел. Халфой, наверное. Не-не-не, в халфе же... А там были красные ящики? В халфе из обычных ящиков, из чего-то вот такого вот можно было выбить. Нужно подкрепление!
Заебал. А. Первая смерть, ладно. Классно он от меня увернулся, сволочь. Это еще должен же один остаться. Так, это не голова, это штукатурка. Так. А все, да? Хорошо. Я прям видел, как здоровье быстро у меня ушло. А у меня ведь полный набор броника еще был. Как он меня так снес вообще? Ни хрена себе. Так, мне кажется, нам туда. Но надо же посмотреть, что наверху. Тюрю-тюрю. Аптечек до хрена. Живой, что ли? Здрасте! Ух, нормально так вообще. Да вы там что творите, твари? На самом деле, зато видно, когда включается рэгдолл, когда отключается анимация. Ты понимаешь, ага, я его завалил. Прям так здорово все четко читается, очень приятно. Меня слышно, тебя слышно. О-о-о-о-о. Хотя ты. О-хо-хоу! Хотя ты не любишь такую интерпретацию. Тебя не слышно, тебя видно. Едиши пассатижи. Кидаешь гранату так, кидаешь. По-моему, закончился. Но рядом с ним еще чел был. Я не знаю, что с этим челом вообще. Рядышком лежит. Не повезло ему. Так, ну что ж, пора менять замечательные пистолеты. Пистолеты, конечно, прикольные, но мы ими не пользуемся. Это самое точное оружие. Хотя, в принципе, что самое точное? Перфоратор ведь тоже хорош. В плане точности, он только посмотри на это перекрестие. Отходим! Ходим, говорит. Черт, похоже, эти гады уходят. Во всяком случае, со спутника выглядит именно так. Если начал слышать сообщения из чата без программы озвучки сообщения, то у меня не очень хорошие новости. Да? Какие? Смотри, тут где-то... А! Вот он, легкий бронежилет, все супер. А, смотри-ка. Как туда попасть? Вот. Дело не в чате. А, то есть тут как с девушкой. Дело не в чате, дело во мне. О боже. Всем-всем-всем, отходим. Я... Чё? А, гранат у меня ноль? Внезапно. Ну ладно, хорошо. Я нажимаю на гранату, а он не кидает.
Anybody here? No, anybody here. Это были отношения с первого сообщения. Ой, кто-нибудь. Дайте мут Владу. Знал бы он, на каком месте я вертел крепость Измаил. Сильно бы удивился. Так. 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 Что-то вариантов прям уйма. Так, ну давай пойдем куда-нибудь. А, собственно, некуда. Так, тут что? Ага. Опять там что-то переподключился. Ух! Билл Моди. По всей видимости, клоны покидают южную водоочистную станцию. Ну, классно, потому что мы туда пришли. Дверных ручек нет. Да. Да. Помню. Заслужил смерти. Это далеко не один такой эпизод. Смерти. Чудовищный взрыв, прогремевший сегодня вечером в порту, возможно, не был следствием несчастного случая. Нам стало известно, что на месте события были обнаружены следы вооруженного столкновения. Сотрудники полиции отказываются давать комментарии. Угу. Наверное, что-то есть. И все, да? Хорошо. Опа! Стоит просто девочка и все. Усук. Но что-то здесь она успела сделать. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Иэн Хайвс. Привет, Билл, это Иэн Хайвс. Слушай, я только что получил твое письмо. Я мог бы поделиться кое-какими подробностями по этому делу, но, к сожалению, все они засекречены. Да и не так уж много я знаю. Может быть, позже я смогу подбросить тебе пару фактов. Хорошо? Сообщений больше нет.
Нет. Вот что такое мут. Ну, тут я, конечно, пролезть не могу. Ладно. А, стоп, тут есть, в принципе, проход. Так, это мы назад как раз идем. Так. А это кто? Это не девочка. Но вроде бы и не Янковский. Вот ты! Здравствуйте! Дыши! Дыши. Ну давай, тушься! Следы слишком мелкие. Человек вообще очень плелся едва-едва. Ну, впрочем, может, сил не было. Но это так бросается в глаза. А, стоп, это этот чувак, который должен был быть свидетелем. Где она? Хотя, ну да, да, наверное, это он. Альма! Если Феттл найдет ее... Источник! О чем это? Что за Альма? Что за источник? Ладно, пошли. Феттл где-то близко. Бейте, говорит, по лампам. Интересно. Ух ты ж, ни хрена себе. Неудачно я выбрал направление. Все в укрытие. А их там даже двое. Ничего себе. Ну, стреляй. На всякий. Повезло ему. А это как будто не при делах вообще. Вы нафига здесь обыкновенных работников расстреляли? А, ну да, они же. Они же клоны, они. Слепо подчиняются пестелю. Ух ты! О, блин! Автомата хорошего, патроны кончаются. Один. Впрочем, там лежит что-то. Подберем тогда. О.
Ух ты, вентиляшка. Выглядит как секретка. Это куда-то назад. А может, это и не секрет? Хотя... Радиодетонатор. Где детонатор? О! Сосредоточиться! Ищите его! Противник! Он с перфоратором. Класс. 14 патронов. Пора брать что-то другое. Где перфоратор? Вот. На самом деле имеет смысл скидывать оружие, у которого мало патронов, даже если оно типа хорошее. Ты потом заново возьмешь, получишь больше патронов. Так. В общем-то, нам сюда и надо. Откуда они пришли. Ну, произвел зачистку. Тут, я думаю, мы назад возвращаемся. Либо... Стоп. Ага. Ага. А, 2 по 45. Ну вот, 90 патронов сразу же. Воу! Вот это физон! Вот это физон! Это я понимаю. Мы наверх попали. Вот еще один момент, как эта игра похожа на Half-Life. На-на. Постоянно... ходишь кругами по одним и тем же помещениям. В первой Half-Life это было просто до абсурда доведено, но так было нужно. Физика тут хороша. А вообще, конечно, неправда. То есть выстрелом с дробовика ты никого не откинешь в целом. Это после призрака захотелось поиграть? Не, на самом деле не после него. А так вообще, помимо призрака, еще был человек, который поиграл в Фир. А вообще сегодня я смотрел «Ты сможешь?» у Кропа. Там был Макс Пейн. Там же тоже замедление времени, вот это вот все. Как бы так все вместе ложилось, наверное. Вот. Зато как кинематографично. Ну вот да, это кинематографично. То есть точно так же, как в кино, неправда. Солдаты-клоны продолжают организовывать
организованно отступать. Окей. А мы организованно их догоняем в одиночку. Четко. И вот, собственно говоря, как Кроп сегодня... Приказ убить Фэттела. Как только он будет мертв, телепатическая связь прервется, и все его солдаты отключатся. Было бы здорово. Так вот, Фэттел сейчас отступает. И сдается мне именно Вармахем. Если у тебя найдется свободный борт, мы сможем убить двух зайцев сразу. Найдется. Так вот, сегодня Кроп, как бы, там должен был быть челлендж. Вообще непрактичное место для лампы. А он любит Макса Пейна и как бы это кайфовал, короче, от процесса. Вот. Недавно узнал, что на всю трилогию Макса есть мод на вид от первого лица. Первая часть выглядела бомбично. А это нужно вообще? Не знаю, я не играл Макса Пейна. Надо бы поиграть, в общем-то. Генерируют. Опа. Четко. Вообще, как раз призрак вообще играл мою любимейшую часть Фир. Я больше всего все-таки вторую люблю. И вот как бы, да, хочется все перепройти с удовольствием. Смотрел топы ролик? А, да, смотрел. Я просто не до сих пор поэтому не врубаюсь, почему он на втором канале у него. А он там объясняет в самом начале ролика то, что типа он занимается сейчас большим роликом, и поэтому этот ролик, хоть и написано, что это топ-секрет, но это такой побочный продукт, он короткий, без смешнявок, без... случайно снятых фильмов красивых. Вот такой типа лайтовый ролик. Хотя, учитывая масштабы топы, вполне себе полноценный ролик, да. Хренология. Забываю, какой эфир был заблочен. Заблочен в плане того, что он у нас не продается. Второй. Второго в стиме нет. У нас. Черт, только что пропал сигнал Янковский. Может быть, его датчик повреждён? Может. Пожарные уже здесь. Как только они забьют огонь, мы сможем проверить завалы. Окей, тогда не мешай им. И будь готова отправиться в Армахем по первому сигналу. Так точно. Такие маленькие бочки. Сейчас что-то будет. Это место прям у меня. Как там? Энакин, даже не думай, у меня преимущество высоты. Оп, икар. Икар. Ничего не будет, хорошо. Странно, что мне никто не напал. Ага, вот эти ребята. Вот это я его приспилил к стенке! Вот за это мы и любим Фир. Обожаю. Айда смотреть. О! Короче, я так понял... Коленка пригвоздилась болтом. Хрен знает, вместе с головой. Да. Обожаю перфоратор. Вообще кайфовая штука. Странно, что на эту лестницу нельзя взобраться. Точность еще у этой пушки просто сумасшедшая. Но вообще это хорошая замена. Как раз, опять же, вспоминаем Half-Life 2.
раскаленный болт в этом, как его, арбалете. Что это? Что я сделал? Зачем? Не знаю. Сохранимся. Но это надо обезвредить. Есть какое-то извращенное удовольствие использовать такие виды оружия, чтобы прибивать врагов к стенке. Да. Что-то в этом есть и... В общем-то непонятно что. Окей, грузится. Помнишь о том протоколе анализа? Так вот, очаг загрязнения зафиксирован в районе Одерна. Сейчас это место практически заброшено. Думаю, что это непростое совпадение. Вообще, коломет в Painkiller я любил, знаешь, использовать несколько иначе. Там у меня другое. Не любил я там никого никуда пришпиливать. Когда коломет стреляет вдаль, он начинает разогреваться. То есть кол идет огненный. Вот. И мне как раз нравилось вот издалека шмалять колом. Там тогда сразу все конечности отваливаются у противников. Да, да, да. В Dead Space, между прочим, кинетический модуль. Как он? Кинезис. Ну да. Кинетическим модулем в Dead Space, в общем-то, как колями кидаться тоже вот кайфово было. О, извращук. Я понимаю, убить. Ну, съесть. А пришпиливать? Ничего ты не понимаешь. Так, снайперка. В принципе, одно из самых мощных оружий. Не то чтобы прям хорошее я им любил пользоваться, но одно из самых мощных, возьмем его. Впрочем, может скинуть автомат. А хотя что скидывать-то? Пускай дробовик лежит. Ну уж правильно. Так, оттуда мы пришли. Командир, пропала связь с поисковой группой. Противник! Мы потеряли двоих. Я не понимаю, какого хрена? Какие-то инструменты на календаре. Почему не девушки? Что за фигня? Не канон. Страшно вспомнить. На одном из первых мест работы у коллеги в шкафу вообще все стенки были, все створки были в голых женщинах. Там журнал такой. Вообще, это просто от предыдущего работника там осталось. Но там что-то до хрена вообще. Ух ты ж, ёп! И было очень как-то неловко. Собирался праздник, поляну накрывать там.
на колхозную медь. И как бы переодеваемся. Ящик-то открытый там. Внутри все постеры, собственно говоря. И тут к нам заходит женщина-обмотчица, чтобы согласовать список покупок там на стол. Вот это вот все. Ну как бы ничего. Дело житейское, она и виду не подала, и все такое, но как-то это все было. Тихо мне, говорит. Очень много взрывчатых бочек. Слева вроде никого. Я думаю, вы справа все, да, ребята? Движение. Где? Блин. Не самая точная штука, но оптика... Все-таки оптика... Какая-никакая есть. 21 патрон, окей. У каждого должны быть свои скелеты в шкафу. Ну, у него там, походу... По-моему, у него там одни скелеты-то и были, ёпт! Выходи. Пойдет. Подходящий дворик. Это явно не свои ребята. Вот. Хедшотов не получается. А, да? Так, понял. Еще один. Он отходит с фланга. Вот, как минимум два удара в башку. Причем перфоратором. Странные хэдшоты в этой игре, капец. Оп. Где-то я тебя слышал. Чел. Так. Площадка чиста. Понял, захожу на посадку. Площадка чиста. Следи за Блэкхоком. Хорошо, отправляйся в Армахем и найди Фэнтон. Отправляемся. Армахем.
Эпизод 4. Вторжение. Штурм. Собственно, оперативный сотрудник ФИР, это мы, направляется в штаб-квартиру Армахем в сопровождении бойцов отряда Дельта. Чем занимается отряд Дельта, мне кто-нибудь скажет? Научный эксперт остается в резерве. Водичка. Красота. Мама-кошка, что с вашей разведгруппой? Пока была связь, мы следили за ней через камеры наблюдения. Потом связь пропала, и все. Противник? Около 17.00 захватил главные здания. Численность не установлена, предположительно большая. Заложники? Известно. Требования? Пока никаких. Седьмую цель. Вас понял, седьмой. Визуальный контакт? Установлен. Эй, я жить хочу, говорит. Заткнись и действуй. Ох, класс, он выдесантировался. Вот это я выбрал, конечно, словечко. А кто его подстрелил, алло? Где? Дельта делитается? Да. А этот жив-то. Дельта делится на ноль, видимо. Эх, от брони ни черта не осталось. Вторая смерть. От брони ничего не осталось. Пистолет. Вообще никого не осталось. С каким оружием там у нас, товарищи? Десантировались. Ну да, еще можно ориентироваться по крикам. А что, третий все? Ну да, третий тоже все. Хорошо. Хорошо. Насчет Янковски по-прежнему ничего не известно. Заметим, что тела всех остальных бойцов его отряда найдены и опознаны. Класс. Ну да, отряд Янковски того. Но тела... Можете подтвердить вторжение? Пока нет, проверяем. Проверяем. Опознаны их тела, между прочим. А Янковски, видимо, нет. Лежи. Притворитесь мертвыми. Я просто пройду мимо. Нате. Я просто похлопаю. Ух. Чё ж ты с сохранением так фризует вообще? Это так движок, видимо, работает, потому что, чё, современные системы SSD-хи уже...
Этому помочь не могут. Перекличка! Отряд, перекличка! У вас тут снайпер! Это еще кто-то есть. Ну как снайпер, просто хорошо стреляем. Метка. В голове появилась фраза. Хотелось сказать, все-таки тут феерическая стрельба. А потом посмотрел на блазер и подумал, все-таки тут феерическая стрельба. Ух! Мать! Ёп! Опасная трясина. Ну да, его жизнь это вечная игра, на самом деле. И приходится все время помирать, честно говоря, ему. Все как есть. О! Коленочку его. Что? Я только что принял сигнал Янковский. Он в этом районе. Ты даже не знаешь своего имени. А вот и Янковский. Я не понимаю, все-таки сигнал от настоящих датчиков, я так понимаю, там какие-то жизненные показатели, может быть расположение и всякого такого. Почему сигнал исчезает и появляется? Кто-то физическое реальное тело Янковский куда-то мотыляет, шныряет. То, что мы сейчас видели Галюн, это как бы явно не должно относиться к датчикам. Все-таки. А чё так? Ничего себе, встретили прям. Капец. Вау. Все? Да, он там все. Ответьте! Мне нужна поддержка! Кому нужна поддержка? Вообще, ребята, как вы сюда вышли? Здесь же... Дверей нет нифига. Нам, наверное, вниз? Эпизод 4. Вторжение стражи. Ну, в общем, мы проникли в штаб-квартиру. Вызов подкрепления невозможен. Да мы высадиться должны были втроем. Двоих завалили. Какое там подкрепление вообще? Попытка переговоров с противником завершилась неудачей. Попытка переговоров. Интересно. Сеть Армахема не работает. Твоя задача найти и перезагрузить центральный сервер. Тогда я смогу войти в систему и выяснить, что происходит. Компьютеры сраные. Перегрузить центральный сервер.
обязательный кактус. Мониторы еще квадратные, хотя что еще? Ничего не еще. И сейчас можно найти квадратные мониторы в каких-нибудь офисных офисах. Вспоминаю ИРК, инструментульную кладовую. Там, блин, такой монитор был просто как какой-то кошмар. Я не знаю, там дюймов 14, что ли? Я не представляю, зачем человеку такое поставили. То есть как бы не 17. Классический 17. Оп. Оп, ядрить. Странный проектор. Полосатый. Вообще работает. Но при этом окуляра-то нет. Интересный. Жердяй! Вообще, несмотря на всю... разрушаемость. Хотя да, пожалуй, не такая уж она и крутая, если присмотреться. Для своего времени, конечно, бомбезно, но сейчас вот буквально нашли, что оно не все отделяется. Не суть. Несмотря на всю разрушаемость, мы не можем взять и выломать дверь. Я знаю, что это не призрак. Забавно. Это ты спереди стоишь. Кто виноват, что ты идешь передо мной? Да, кровь тут интересная. Она через всякую дымку просвечивается. На нее не накладываются эффекты. Тоже давно известный факт. Идет загрузка данных. Тут упоминается проект ИКАР. Это какая-то биоинженерная программа, начатая в 73-м. Что-то насчет влияния невесомости на организм. Потеря мышечной массы, плотность костей, ну и так далее. Ага. Биоинженерная. Я так и не понял. Икар — это люди в костюмах. Но сейчас, я думаю, это что-то плюс-минус, опять же, искусственные люди. Здесь же используются клоны. Видимо, с Икаром что-то плюс-минус такое же. Какое счастье. Время показывает не 10-10. Два монитора квадратные. Балдеж. Редко-то мразь. Скоро пугалки будут. Ну вот. Одна из них. Не пройти. Никак. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Питер, это Карла из Гудзон Авионикс. Почему вас никто не берет трубку? Мне нужно срочно обсудить с Брэдом накладную, которую он прислал, но он не отвечает. В основном телефонные сообщения, они такие. Ну, в принципе, они... Да, аптечки нам не нужны. Они, в принципе, немножко добавляют раскрытие местной обстановки. Типа, господи, что у вас там происходит? А ценности в этом мало.
Почему-то сзади закрылась решетка. Так, большое открытое пространство. Зуб. А вот и Икар. Про невесомость, влияющая на человеческое тело, это одно. А какого хера он невидимый? Ух! Вообще он должен быть дрыщом маленечко. Нет. Хотя, не факт. Он нимзя. Нимзя. Лямзя. Чем вы тут занимаетесь? Три новых сообщения. Пармахин. Первое сообщение. Чак Хабигер. Это Чак Хабигер. Я проверил показания. Рекомендую заморозить проект Персей до выяснения причин синхронизации. Общая картина та же, что и в прошлый раз. Однако последствия теперь могут быть гораздо серьезнее. Следующее сообщение. Чак Хабигер. Я получил твое сообщение. Ты забываешь, что в прошлый раз Феттл был еще ребенком. Тогда мы просто закрыли источник. Но сейчас нам противостоит опытный командир, которому безоговорочно подчиняются сотни солдат. Вместо того, чтобы трястись над графиком работ, подумай о последствиях возможного бунта. Следующее сообщение. Маршал Дизлер. Привет, это Маршал. Я только что звонил Хабигеру по поводу Персея. То, что он говорит, действительно страшно. Пока есть хоть малейшая вероятность синхронизации, проект должен быть закрыт. В других обстоятельствах я бы посоветовал не пороть горячку, но здесь лучше перестраховаться. Перезвони. Сообщений больше нет. С Персеем как-то мне меньше всего вообще что-то известно. Надо будет поконкретнее, наверное, посмотреть. Я понимаю, что они хотят закрывать проект, потому что произошла... Хотя они... Не уверены, видимо, да, они не уверены, произошла ли синхронизация. Последний раз синхронизация была, когда Феттель был молодой. И если синхронизация произойдет, видимо, с тем же Персеем, это усугубит ситуацию. Но что там произошло в Персее, я что-то я не помню. В район бедствия допускаются только спасатели. Точных сведений о происшедшем до сих пор нет, но официальные лица не исключают версию теракта. Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Спасибо, Фил. Нам стало известно, что около 17:00 в здании штаб-квартиры корпорации Armahan Technology ведущего подрядчика Минобороны прозвучали выстрелы. Что было дальше, до сих пор неизвестно, однако неизвестно. Возле здания были замечены военные вертолеты. Полиция рекомендует гражданам сохранять спокойствие и оставаться дома. Это был Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Только что поступило сообщение. Куда это мы? Один из вице-президентов корпорации Armahem сегодня утром был похищен вооруженными людьми по пути на работу. Полиция отказывается. А, ну. Все правильно. Двое. И в упор из дробовика он выдерживает. Кот, ну ты из кот. Лежит, значит, лампа. А, нет, смотри-ка. От лампы есть динамическое освещение. Где-то я видел, что его нету.
от этого есть освещение. Ладно, ладно, ладно. Искать мы, конечно, этого не будем. Опа, а я как-то туда попадал, помнится, когда-то. Давным-давно. Вот еще вентиляция. Вот еще вентиляция. Э? Не стреляйте. Я как ты туда попал? Я инженер. Фу, штатский. Дай ему передатчик. Давай я тебе дам передатчик. Открой дверь. Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в порядке? Ага, знаете, тут такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Отключите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. Открыл. Окей. А. О, а больше-то ничего и не надо тогда. Зачем мне туда куда-то ползти? Супер. Вон там. Зачем тебе надо, чтобы мы отключили охрану? Затем. Вам нужна моя помощь. Цену я назвал. А я тут подожду. Подожду, говорит. Сделаем ручной сейф. О, куча чипсюль. Так это не его ли рабочее место? Одно новое сообщение. Первое сообщение. Йен Хайвс. Нортон, это Йен Хайвс. Слушай, сегодня утром ко мне опять заходила Элис Уэйд. Мне неудобно об этом говорить, но, может быть, хватит распускать про нас сплетни. Мне-то без разницы, но такие вещи привлекают нездоровое внимание ко всему нашему отделу. Он вообще-то секретный, ты не забыл? Заранее спасибо. Сообщений больше сплетни. Нет. Позвони мне. Мы на месте. Вас понял. Проверка связи каждые 10 минут. Так точно, право 12 отбой. Интересно, они правда будут каждые 10 минут проверку связи устраивать? Город ложишь! Так. Мы потеряли одного! Так. Где? Блин, в реале с таким чудиком при таких обстоятельствах разговаривали бы совсем по-другому. Ага. Оружейка. Дверь с этой стороны. За мной! Ни за что! За мной, говорит, ни за что! Стопни, козел! Там такой. Доброй ночи.
Ух. Писец. Осторожно, граната. Подождем, пока восстановится ХП до 25. Так, ну кого-то там размотало, я думал, все в порядке. Оружейка. А, мне ведь и надо систему охраны отключить, да? Так что мы там где надо, в общем-то. Да, отлично. Мистер Мэйкс, как слышно? Мистер Мэйкс! Он бегать умеет. Где жопу показал. Идиот? Черт с ним, придется разбираться сами. Ладно, найди и перезагрузи сервер. Так, а где у нас сервер? А, ну в принципе, вот эта дверь открылась. Но не все. Ну, видимо, мы там, где надо. Хотя, подожди, мы назад идем. Вот он тут чипсюли-то доедал. Но... Ага, вот эти ребята, как говорится. Ну! А ты чё, живой-то до сих пор? Бери, бери, бери. А! А нам не надо было брать. Ладно. Противник возле сервера. Как мы вообще прошли мимо серверной, если это была изначальная идея? Еще до того, как мы решили отключить систему охраны. Я что-то не вкурил. Ну, впрочем, да, двери открылись. Тоже, видимо, закрыто было на решетку. Это Джим. Мы на крыше. Входим в здание. Понял. Ждем вас в точке встречи. Похоже на серверную. Тут должно быть прохладно. Вижу, ты перезагрузил сервер. Ага. Ох ты, ёб! А чё вас так... Да хрена-то! Со всех сторон просто сразу. А ты чё, вовнутрь залез? Да? Да. Хана серверу сейчас. Устроим тут. Был ли смысл перезагружать сервер? Настреляли в него. Так, и чё? Куда нам? Тут нет пути. Значит, вот сюда назад. Мэйбс был прав. Система охраны действительно в отдельной сети. Картинку с камеры я вижу, а войти в сеть не могу. Кажется, мы что-то всрали. Может, наверху она была? Жаль. Ну ладно. Что-то здесь было. Ты приближаешься к месту последнего.
последнего контакта с Дельтой. Возьми его под контроль и жди, Джим. Так, место последнего контакта с Дельтой. Ты видел ее, правда? Она я видел тебя. Источник. Я только что засек сигнал Бэттла. Он где-то впереди. Будь осторожен. Меня создали из нее. И она меня родила. Логично. Нас разделили, но мы едины. Тенью. Мы едины с тенью. Пустота холодна. Розак мокнул. Здравствуй. Нет, не здравствуй. В утробе. Скоро я найду ее и освобожу. Сигнал опять пропал, черт. Это довольно здорово, когда начинаешь понимать, ну, в смысле, когда уже знаешь, и когда понимаешь, о чем он говорит. А то это ж какая-то философская дичь очередная. Я ее освобожу, она... Как в утробе. И вот это вот все. А я помню, здесь Джилл должна быть. Кунг-кон. О боже. Что скажешь, Джин? Здесь творилось нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже выстрелить не успели. От чего они погибли? Не знаю. Постарайся узнать. Ладно, пошли. Бэттл где-то близко. Даже не знаю, с чего начать. Даже не знаю, с чего начать, сказала она, фотографируя. Не хочу в лифт. Может, химия? Продолжаем поиски Феттеля. Береги себя. Береги себя. Спасибо. Эпизод 5. Извлечение. Бишоп. Вообще прям так и вижу, как тут переодеваются. Наш герой, находя броник новый. Очень много аптечек. Заложник захвачен. Начинаем допрос. Проследите, чтобы он дожил до прибытия. Начинает допрос. Никого, да? Одно новое сообщение. Первое сообщение. Харлан Вейт. Майк, это Харлан Вейт. Хабегер правильно понял, чем все это пахнет. Меня не волнует, кто из вас виноват, но проблему надо решать. И срочно. Показания ухудшаются с каждой минутой. Одно из двух. Или вы прислушаетесь к мнению эксперта, или влипнете в такое дерьмо, что мало не покажется. Попомните мои слова, ребята. Сообщений больше нет. Ну и они влипли в такое дерьмо. Масштабы.
Поражает. Ну ты такой сидишь и думаешь, а чё, она единственная такая вообще была? О, еще. Где еще какие-то такие случаи в этой вселенной? Твою мать! Давай, прям хочется выкурить его. Были еще статьи про продвинутый искусственный интеллект в этой игре, настолько продвинутый, что его ставили в образец тактического гения. Ну и про крыс, как противников без оружия, тоже любили писать. А, ну тут еще ворону мы нашли, которую реально существует, которую можно пристрелить. Ну да, писали. И мне очень много чего есть сказать про искусственный интеллект в этой игре. Он тупой, он неинтересный, мне вообще не нравится. Какой он нахрен умный? В большинстве случаев, заметив тебя, они скрываются в укрытие и все, и не вылазят. В большинстве случаев. Единственное, что супер такого интересного они могут сделать, они действительно, если рядом находится окно, они могут запрыгнуть в окно. Если рядом стол, они могут перевернуть стол, спрятаться за него. Ну и еще перепрыгивают через перила. Вот. Мне вообще не нравится. Не знаю, что такого продвинутого. Может быть, действительно, это что-то такое продвинутое в 2005 году. Но я вообще что-то не вкурил юмора, мне не нравится. Мне хочется, чтобы они перли на пролом, грубо говоря, наверное. Экшен, все дела, пейнкиллер, так сказать. А они прячутся, и все, и писос. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Маршал Дислер. Привет, это маршал. Вы были правы. Энергетические следы действительно идентичны. Этому нет никаких разумных объяснений. Но думаю, вы будете рады узнать, что ваша гипотеза подтвердилась. До свидания. Сообщений больше нет. А, скажу честно, на их месте поступил бы так же, прячась в укрытиях, ибо жить хочется. Но я согласен, конечно, типа. Но они должны меня выкуривать и типа того. Короче, мне нравится искусственный интеллект в третьем фир. Это просто здорово и потрясающе в плане экшена. Есть, значит, противники с разным видом оружия. И вот, пожалуйста, кто с дробовиком, он будет попытаться подойти к тебе поближе. Тот, кто с автоматическим оружием, будет тебя выцеливать издалека. Если ты засел в укрытие, они будут тебя выкуривать гранатами. Вот это движняк, вот это весело, вот это интересно. Вот. Хотя, согласен, возможно, тактики в этом как раз какой-то особой-то и нету. Черт его знает. Но это весело. А, вот. Но еще вот этому искусственному интеллекту, может быть, может еще одну штуку добавить. Тут есть интересная фишка. Если ее еще добавить, может, в целом это и можно назвать каким-то интересным искусственным интеллектом. Короче, переговоры по рации здесь ведь мега офигенные. Противники замечают твой фонарь, говорят об этом. Ну и начинается всякое это. Всякий экшен. Они же переговариваются по рации не просто так на самом деле. Моя любимая фраза: он положил весь отряд. Это значит, что остался один противник. И все, просто выходишь и выцеливаешь последний танчик, как в танчиках на Денди. Вот. В целом, может быть, конечно, неплохо. То есть фишки у этих противников как бы есть. Но, блин, чё так писались от этого искусственного интеллекта? Да, вот я не понимаю. Но действительно, он неплох. Плохим-то я его не назову, наверное. Он нормальный. Противник! Могу я гранатой стенку? Да, могу. Хрен, на двоих одним ударом. Там оставалось чуть-чуть, видимо. Спасите! Кто это сказал? Заберите меня отсюда! Слава Богу! Здравствуйте! Вы можете снять с меня эти бомбы? Не могу. Опять штатский. Мама, кошка, мы нашли заложника. Он заминирован. Вас понял. Посылаю специалистов. Давай его сюда. Алло? Здравствуйте. Вы из спецназа, да? Да,
Да-да, только спокойнее, мистер... Бишоп. Алдос Бишоп. Специалисты вышли. Так, тут неподалеку были лифты. Возьми их под контроль и проводи специалистов к Бишопу. Встретить специалистов у лифта. Где тут лифт? Ёпст. А какого хрена? Я тут прорываюсь куда-то, прорываюсь, а напарнички мои через лифт спокойно куда-то приезжают. Так. Лифт. У кого-то джип Гранд Чероки. У меня лифтец широкий. О, лифт. Кто-то влез в охранную систему. Похоже, они решили поймать тебя в ловушку. Лифт. Ну, куда меня решил поймать? Вижу! Оба-на! А он что, один, что ли, вообще? А, не, вот эти ребята. Странная херня, ну ладно. Ладно, ладно. И что? О, он положил весь отряд. Услышал знакомую фразу и получил жбан. Кто-то влез в охранную систему. Похоже, они решили поймать тебя. Карма. Угу. Надо же пользоваться минками все-таки. Укрытие! Слышал? Это ты неудачно вылез. А ты как там мимо мины прошел, мне интересно. Ёбаный свет! Далекий планет нас не манит по ночам. Он может нам только сниться. Я не понимаю, я еще попадаю, что-то нет? Поздно, уже бросил, ладно. Бум. А я же бросил гранату, алло. Она не взорвалась? Он сказал, что я положил весь отряд, но тут еще вроде бы не вышел штурмовик, лол. Как бы. Че, столько в него настрелял? О боже. Значит, подойдем к проблеме творчески. Ты один? Как тебе удалось так долго продержаться? Очень смешно. Как тебе удалось так долго продержаться? Будь открыт. Так, хорошо. А где мужик этот? Эх, надо было сегодня больничный взять. Чё? Чё-то тихо сказал, мне непонятно. Во! Твой сапёр? Угу. Не волнуйтесь, всё будет окей. Пожалуйста, снимите эту дрянь. Да, эту штуку явно ставил профи. Это вы так меня успокаиваете? Ставил-то профи, но я-то мастер. Пожарная тревога? А что лучше, профи, да, или мастер? Я работал на посту охраны этого этажа. Пока ты ее не отключишь, лифты не заработают. Пойду-ка проверю. Может, я проверю? Надо иногда сохраняться. Запусти лифты, слышишь? Слышу. Так, пожар в этой части. Время поджимает, а значит пора идти спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я сейчас пол игры пройду. 5 глав. Мы сейчас как раз на 5-й. Они же прошу
И тоже пойду. Я работал в одном отделе с его дочерью Элис. Что за отдел? Лаборатория в Оберне. Мы провели там почти 25 лет. О цели работ нам не сообщали. Где сейчас Элис? Его кабинет в административном корпусе на 6-м этаже. Печек у нас жопой жуй. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Элис Вейт. Привет, Алдус. Это Элис Вейт. Я отправила тебе подборку газетных статей про Оберн за последние 25 лет. Все, что говорила та старуха, подтвердилось. Тысячи людей испытывали проблемы со здоровьем именно после того, как побывали в этом районе. Но если там действительно какое-то загрязнение, то почему ни в почве, ни в воде не нашли никаких следов? Ерунда какая-то. Ладно, поговорим потом. Сообщений больше нет. В начале игры нам мельком говорили про загрязнение воды, вроде как. А, все-таки да, есть подтверждение, что никаких загрязнений. Ни в почве, ни в воде. А людям стало плохо в этой части, потому что здесь, в общем-то, проект Источник. О, класс. Мне же не надо в лифт. А, нам не надо в лифт. Тут есть вот эта штука. Здравствуйте. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Маршал Дислер. Персея ЧП. Я слышал выстрелы. Система наблюдения сдохла, так что подробностей не знаю. Срочно высылайте бойцов и оцепляйте комплекс. Будут новости, перезвоню. Сообщений больше нет. Персея ЧП. Отлично. Лифты работают, но теперь заблокированы все двери. Тебе придется искать другой путь на крышу. Холидей, проводишь мистера Бишопа? Конечно, провожу. А то есть нам надо в лифт, да? Классно. Обожаю. Ой. Доехали, доехали. Все, ура. Бэтерс, я тут узнала много нового. Ну? Надо сделать еще пару анализов. Ладно, возвращайся на крышу, только тихо. Возможно, я не смогу забрать тебя сразу. Так, и чё? Нет пути. Может быть, можно наверх? Окей, тут как будто бы нам нефиг делать. Опять же, привет, Half-Life. Капец, эта игра на Half-Life похожа. Но, впрочем, Half-Life вышла в 2004 году, там вторая часть. Данные загружаются. Так, я был прав. Целью Персея была подготовка телепатов для управления солдатами-клонами. Феттл был единственным, с кем они работали. Однако его везде называют второй прототип. Странно. Подожди, то есть первый прототип — это проект Персей? Интересное кино. А кто герой? На! Птичка. За кого же мы играем в проекте Персей? Так. Гр...
гранатки кончились. Вижу их. Хорошо бы, конечно, но... Вижу цель! Не вижу препятствий! Гори! Все-таки со всем разнообразием оружия хочется бегать с одним и тем же, да. Наступаем! Мы потеряли одного! Мы потеряли второго. О, блин! Блин. Что он там делает? Куда он перепрыгивает? Он положил весь отряд. Ну вот. Как я заделал? А может это не я? Кто взорвал эту бочку? Надеюсь. И ты надейся. Я проверю. А, у меня же еще есть радиоуправляемые гранаты. Можно, конечно, ими воспользоваться. Ну, я бы сказал, это совсем такой крайняк. Квартире газ. Ух, ништяк вообще. Поэтому не кучкуйтесь. Так, а я вижу сверху шприц. Было бы неплохо его взять. Интересно, правда, как? Так. Разносим совсем новое помещение. Так, тут лестница наверх? Да, четко. Мы на крыше. Это куда-то совсем да, наверх. Да, мистер Бишоп. Хочу поскорее выбраться отсюда. Потерпите немного. Есть верх, некий верх. О, отлично. Так, и сюда.
Эпизод 5. Извлечение. Неожиданный удар. Оперативный сотрудник ФИР освободил заложника по имени Алдус Бишоп. Со слов освобожденного стало известно, что противник интересуется Харланом Вейдом, одним из ведущих ученых Армахем. Местонахождение Вейда неизвестно, однако Бишоп сообщил, что знаком с его дочерью Элис. Судя по всему, она также представляет интерес для противника. Возможно, ее уже взяли в плен. Так, вы свои или не свои? Я думаю, это не свои. Что? Куда руки делись? Пытался увернуться, как Нео. Перекличка! Я в порядке! Нормально. Выходи. Что-то такой себе взрывчик был. Вау. Зато вот этого просто разорвало. Собственно, да. Вот он, обход. О, как я это мимо пропустил. А может, и не пропустил. Все равно сюда пришел. Так, что? Вот. 27 патронов, впрочем. Поступили новые сведения об инциденте в штаб-квартире Армахема. Представитель компании подтвердил, что на момент стрельбы в здании находилось множество сотрудников. Об их судьбе по-прежнему ничего не известно. Корпорация Armachem Technology, основанная в 1964 году, является одним из ведущих подрядчиков Минобороны. В 1964 году. Около 8 миллиардов долларов, а штат сотрудников достигает 6 миллиардов. Основные... Мы под обстрелом. Вытащите нас отсюда. Что происходит? А как же я... Так, это уже охранники Армахем. Клёвые ребята, вообще не бронированные ни разу. И автоматики у них самые стрёмные на самом деле. Вот эти вот ППшки. Вот. Не, ну броник какой-то есть, но конечно все руки открыты. Шлемов никаких нет. Хороша охрана. Кто? Где? Откуда? Напугал, блин. Откуда? Откуда? Нажимая нет клавиши и нет клавиши, вы можете заглядывать за угол. Да, мы такие.
это была охрана Армахема. Уверен? Трезвите охранников Армахем. Посмотрим. Давай-ка сохранимся. Откуда по мне тут палили? Я не удивлюсь, если тут снизу даже. А, ну в общем, да, вот эти ребята. Кажется, они действительно пробиваются быстрее, чем ребята с шлемами. Интересно, это еще правда или мне просто кажется? В укрытие! Где? Окей. Ложись! Подъем наверх. Аптечек все еще до хрена. Кто-нибудь есть еще? Именно этих ребят... А, да-да-да-да-да, я даже помню это место. Вот. На помощь! На помощь! Тут как бы не очень логичное место вообще. В плане передвижения. Ну, для игры, конечно, пойдет. Да. Пути сюда вообще нет, но... Нам надо сюда. Так, аптечки норм. Ну, аптечка. Сюда! Черт, оп! Твой сигнал пропадает! Классно. Пляйся. Пройдите обратно в главное здание. Ух! Ух! Зашибись. Как хорошо, что тут водичка. Прям жестко рвануло. О! А, да? И все? Там я видел аптечку. Аптечка нам вообще-то не нужна, но давай сходим. Хотя хрен знает, может нам сюда и надо. Уж больно далеко тут оттуда. А, ну вот. Чудесно. Нам, наверное, не туда.
полагаю. А, да? Ну? Хранимся. А чё? А куда? Нет, вы убиты. Куда нам? Мне немножко понятно, как будто бы нам надо. Серьезно? Что ты там делал, чел? Подожди, это одна и та же труба? Нет, не совсем. Ладно, тогда все в порядке. Вот. Странно. Небольшой рассинхрон, как будто звука с этой, с этим плечом. Вот этот момент прям запомнился. Поднимаешься такой по лестнице, и небольшое выглядывающее плечо. Прям очень кинематографично, все здорово. Но сейчас как-то музыка прям раньше была. Да. Кинематографично. Лифт. Все ведет в одно место. Здесь нам делать нефиг. Туда, в общем-то, тоже. А, вентиля какой-то еще. И зачем нам тут вода? А, ну, хоть ящики вот эти вот обошли. Вот этот квест. Вот это да. Я-то стою, смотрю и думаю. Стою, смотрю и думаю. Все правильно. Что, обойти ящики там нельзя никак, вот эти вот. А, видимо, нельзя. Что это? Видимо, ничего. Так, и что мы сделали? А, лифт! Охуенно! Осторожно, голова! Ага.
Все, готов. Хорош. Тут где-то же были опять левые аптечки. Ну и ладно. Ну и ладно. Оп. Где-то кто-то сейчас будет, кстати. Только где? Спереди, сзади? Вот без понятия. А, или не здесь? Эпизод 6. Пересечение. Сайонара, урод. Ну вот, отлично. Сейчас запустим и на этом и закончим. Пол игры. За почти 3 часика. Сукин ты, сын, а я уж думал, ты мертв. Пока тебя не было, я отследил Бэттла. Все это время он был на другой стороне научного сектора. Чтобы догнать его, тебе придется поспешить. Доктор Мейкс продал где-то здесь. Нас от мощного лифта далеко не уйдет. Вас, а, может, понял. Это не здесь. Возьмите его живым и невредимым, он знает саркофаг. Он знает саркофаг? Против! Не пересечение, а пресечение. Ну. Ой, да, все команды сохранились, которые я прожать успел. А, я думал, тут еще кто-то. Нет. Нет тут никого. Но в целом... Тогда ладно, жить можно. Капец. На самом деле, это его не пригвоздило ни разу. Как этот физон работает? Болты до стены не дотянулись. На самом деле. Чё? А ты откуда здесь? Тут спрятаться... Как? Я ж тут был. Ладно, не суть. Вот. Пока еще не слишком поздно. Самое время. За пару раз это все дело пройдется. Впрочем, приятно и здорово. Не самый короткий шутан на самом деле. Какой-нибудь синдикат проходится часов за 5. Очень коротко. Но, конечно, за раз сесть 5 часов не каждый тоже будет, но... Да, коротко. Ладненько, а пока что, значит, спокойной ночи, приятного аппетита и вот это вот все.